You play with them balls like it's FIFA. Hit or miss. I guess they never miss, huh? Доброго времени суток, дорогие друзья и подписчики канала Мунсен. Все, неважно. Это новый видеоролик, первый такой формат летсплея по Don't Starve вместе с моим другом Ксозиксом, с которым мы стримим вместе. Заходите, если что, по поводу стримов. Ну, надеюсь, вам понравится. Вы поставите лайк, перейдете по ссылочке в описании, подпишитесь на Ксозикса, посмотрите его, с его стороны, как выглядел этот видеоролик. Ну, а мы начинаем. Приятного просмотра. А также, дорогие зрители данного видеоролика, хотел бы попросить вас, чтобы вы написали свое мнение в комментариях по поводу данного видеоролика, понравился вам он или нет. Также, так как это записывается уже после самого видеоролика, хотим попросить вас вместе с Ксодиксом, чтобы вы написали нам, какую игру пройти следующую или дальше развивать историю с Don't Starve. Надеюсь, вам понравится, вы оцените, скиньте своим друзьям, посмотрите, также досмотрите этот ролик до конца. Он получился очень веселый, всем удачи, надеюсь, вам понравится. Доброго времени суток, блядь. Время 2.57, нахуй. Итак, время 2.57, мы с Ксосиксом решили записать новый видеоролик по Don't Starve, да. Блядь, как же надо выживать? Страдать фигней и стараться как можно дольше прожить. Бля, ну я так вот перцев вообще посмотрел, плюс минус. Будем стараться поставить рекорд, так сказать. Ну, наш лично. Да. Бля, ну типа, VX78 тоже неплохо, на самом деле. Когда дождь начинается... Когда дождь начинается, короче, он урон получает. Понял, ну тогда пойду за Венди, ладно. Так, костюмчиков у меня, к сожалению, на нее нету, поэтому сразу можно вперед. Я хотел за Вольфганга пойти, а потом что-то передумал, потому что на него жрать надо прям много. И нихуя так. Хочу за Волтера впервые пойти. Ну, я за него ни разу не играл. И почему бы и нет, так сказать. Красавца какого-нибудь такого. А я могу сразу шмотки менять, нет? Вот эти подходят. Ну да, почему нет? А так... Или подожди, ты уже зареспаунился? Да. Тогда нет. И да ладно. Тапочка. Его красота, окрашена душераздирающей печалью. Просто модный. Модный Уолтер. Опа, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. О, опа. Цветочки. Кто там? О, он имеет 9 слотов. Кайф, это ходячий сундук, это наподобие Честера. Рил. У меня тоже есть ходячий слот. Я не жалею то, что я его взял. А, у него еще рогатка. Опа. Есть. Салам алейкум. Так, ну-ка сюда. Ну-ка, фарм, Саня, фарм. Да, блядь, отойди. Шляпа пионера. Подожди, а, можно камеру поворачивать, бля, я забыл. Ладно. Так, давай сначала посмотрим тут... вообще, куда нам, куда. Это довольно прикольный перц. Что там у него такое? Мне он начинает нравиться. У него есть рогатка. А, ну типа как оружие? Да. Ну а у меня как оружие его. Интересно, сколько она дамажит? Идти к дом дикому молю. А говорим сразу, мы играем с модами. Добавили моды. Некоторые прям, ну чуть-чуть. Нихуя себе некоторые. Не, я типа чуть-чуть модов добавил. Первое это карта. Сколько хп. Второй карта. Мод это карта. А тотем третий чего? Мод это на выяснение, сколько до зимы, весны, лета и так ну, далее. Ну, в суток, короче, ой, не суток, а как оно, блядь, время года, во. Да. Морковки не трогаем сразу, да? Но это, по-моему, один и тот же мод, если я не ошибаюсь. А я могу ошибаться, потому что я давно в Don't Starve не заходил. Бля, у меня все пару часов на играх. И добавили четвертый мод, получается. Это дополнительные слоты для рюкзака и талисмана, чтобы можно было одновременно носить эти вещи, а не тратить время и... Таскать. Свою жизнь, так сказать, на то, чтобы перекладывать, короче, рюкзак за место брони. Понял. А ты чё, не, чё ты так далеко убежал, не фармишься никуда? Я фармлюсь. Да, ты ебать, ты от меня здесь свалил. А чё, Чечня на связи, еба. Первое, что я хотел бы сказать, наверное,
попросить это, чтобы вы написали в комментариях по поводу моей оформы, которую я сам сделал. А ты выложил его уже? Я просто не видел. Нет. Я ее хочу вот как раз таки спросить, выкладывать или нет. Меня лягушка хуярит! Помоги, блять! Помоги! Я вам Тони там в монтаже добавлю. Скрины этой формы. Надеюсь, меня лягушка хуярит. Хочу, чтобы вы написали в комментариях, стоит ли ее заменять за место моей нынешней. Меня хуярит, блять, помогите. Лягушки, какие? Сука. Жабы. Пиздец. Его призрака бьют. Да не меня хуярят. Иди сюда, блядь. На. Ну-ка, беги, ебасоси. Первое, что самое важное в... О, составе, наверное, это еда. Еда. Прям еда нужна. Я пищу морковку. Когда я умирал, от нехватки еды. Ну, это ж жопа, потому что, ну, реально... У тебя еды не хватает. С одной стороны, тебе кажется, то, что ты много нафармил еды, а она берет и просто в один момент быстро кончается. Так, давай сейчас вот так вот сделаю. Ой-ой-ой. Это жестко. Так вот. Только раны, да, еще? О, факел, уберись. Я бы хотел вам сказать, чтобы вы не собирали морковь. Ты сказал, морковь слишком нужна поздно. На черный день, потому что зима, она не зима. Респавнится так, как ягоды. Морковь можно, типа, пока она находится в земле, она просто бесконечная, можно сказать. Ну, у нее срок годности бесконечен. Это очень отлично. Ну, хотя бы голубой. Очень классно. Зимой она помогает. Кстати, мы в жопе вообще в полнейшей. Мы не можем перейти на другую сторону леса. Я хотел взять Вебера, да? Да. И смотри, в чем прикол. Вот, видишь кирпичную дорогу? Да. Вот этот брусчатка, да, как да, называется. Да, 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 да. Мы сейчас вот побежим до другого конца и попадем к королю свиней. Да? Не в ту сторону бежишь, там тупик. Я к тебе бегу, я просто лутаюсь. Блять, меня сейчас захуярит кто-то. Меня. Чел прилег отдохнуть. Меня крот хуярит! Че им всем от меня надо, блять? Медом намазано меня отпиздить. Сука. Хавать. Еды нема, братка. О, еще, я честно нашел. Где у нас теперь два сундука ходящих. Где честно нашел? Вот. Просто костеглаз, вот, понял? Знаешь ведь, как честер спавнится? Нет. Ты берешь, подбираешь вот эту вот штуку, и он прибегает. Нихуя. На тебе. Пусть у тебя будет, у меня есть песик. А он за мной бегает или он только приходит? Да, он за тобой бегает. О, заебок. Так, ну мы бежим вниз уже, правда, не по той дороге. Так, да. Веточку лутаем. Ягодки собираем. Надо по дороге лутаться, потому что сейчас вечер. Факел я уже сделал, если что. Кстати, насчет ночи. А, я морковь взял случайно. Насчет ночи. В первые дни переждать ночь можно просто факелом. Его хватает. Даже, по-моему, 2 дня можно. Не-не-не, 2 нет, он до 17 остается. А, не соберешь, да. Ну, вот так вот. Здесь статуя чья-то. Это лучше, чем тратить лишние ресурсы. А чья это за пизда? Атаковать механический пони. На то, чтобы скрафтить костер. Точнее, создать костер. У меня еще Абигил сдохнет. Не хочешь хелп сделать? Она пошла пиздить кого-то. Какого-то коня железного. Так, я не понял, почему. Оформим тебе мне хелп, гайз. Как я тебя оформлю? У меня типа оружия нет, но у меня есть дальная. Вот, прокаточка. Ты видишь, он пиздит нас. От его можно отходить. Она сейчас сдохнет, отойди быстрее. Она за ним бежит. Она умерла. А я могу ее все равно призвать. Иди. А, кстати, так она как светильник. А, она не работает как светильник, я понял. Ты можешь, убери факел. Зачем? Факел убери. Вдвоем будем бегать. Понял. Стой, да, золотая. А потом уже вниз хотели пойти. Смотри, что там. А там тоже тупик. А чё это? Подожди, ну-ка, я сейчас карту открою. А чё это такое? Сердце крови обливается. Ладно. Странно, я впервые вижу такую фигню, понял? Мы бежим по этой каменной, и ни в одной стороне, ни в другой не было короля свиньи. У меня впервые такое. Мне кажется, не знаю, как это подержано. Сейчас попробуем другой лайфхак. Он либо ниже, нет, бегай далеко. Он либо ниже, либо чуть дальше. Типа правее там пройти надо будет. Че, по дорожке, по дорожке.
сюда. И о, все, отлично. И где-то где-нибудь, мне кажется, где-то вот здесь будет. Может быть, кстати. Так, пока лутаемся, так, пока можем лутаемся. А еще нам нужно сделать расписание стримов на плюс-минус. Можно ориентироваться на 18:00 по понедельникам, средам и пятницам, получается, да? Ну, воскресенье можно. То есть где-то на такое а, время. А, слушай, я, кажется, нашел где. Нашел? Да, но, по крайней мере, я биом нашел. Понял, бегу. Хотя вроде, они всегда тут появляются. Я вот не буду врать, точно не помню. О, я дай. Потому что я его видел в других биомах. Блядь. Но чаще всего он у меня именно тут выпался. Оба. Но по крайней мере в этом биоме у меня больше всего и чаще всего появлялся гломер. Гломер? За кто? Это летающий питомец тоже. Здесь какой-то шайтан бегает. Енто-кот тот. Блять, или енот, подожди. Енотокот. Это енотокот, да? Да. Енто-кот тот. Ага. Ага. Айс, бэби. Так. Я вижу дырень. Блин. Что там вообще за тем? Надо просто искать место для дома. Мне кажется, вот это поле подойдет супер отлично. Какое поле? Где сейчас? Ну прям идеально. Как мостик, что ли? В плане как мостик. Типа, ну, типа, ну, здесь, типа ровно так. По карте это как мост, понял? А-а-а. Так, ну, все, да. Это был первый золото. Давай ко мне дуй. Здесь будем располагаться. Сколько у тебя факела осталось? 20. Понял. Но у меня еще 88. Зеленые гриб. Грибочки. Можно прям с кайфом погребить. Шай зеленый, ебать. Хангер 12,5. Я нашел себе. Это же его не скидывал. Понял, как бы он не скидывал. Где его вырубить? Блин, не люблю вот такого. Мини-карте. Че там? Точнее, в общем, в карте. На карте. Че с ним там? Ну, типа, когда ты вот, допустим, пробегаешь какое-то расстояние, да? Ага. И там образуется на карте черный квадрат, потому типа неисследованная территория. Понял? А. Ну, считай, давай это круг побежал, а в центре нет. Там есть значение. Я просто пока бегаю, пытаюсь, типа, я думаю, это самое. Блять, там волки ловят, пиздец. У меня у персонажа так быстро этот, как он, голд упал, это капец. У меня уже 20, у тебя сколько? 138. Капец. На, похавай. Сейчас у меня есть, о, ебать, на тебе 7, на, бля. Так, на, еще вот тебе, на. А, ну вот еще десяточку хилит, на. Давай. Кушай. Я тебя кормлю. На, похавай. Я больше не дам. Кайфу. Спасибо большое. Так. Получается, я пытался жить быстро. Вот там справа, слева, прямо поперек, понял? Право. Прямо поперек. Ну, типа, направо поворачиваешься, получается, слева. А так какого, на каком ракурсе смотришь, понял? А так, короче, все время прямо бежим. Вот сюда, типа? Выше только. Не, на, или подожди, да, наверх. А, вот тут. Ну, вот куда я сейчас бегу? На угол, где водичка. А, где травка еще? Да. Не, ну, ты по карте видишь, где я? Да. Вот. Я говорю, где-то... А, где пустик? Да, где пустик. И все, и вот здесь прям отличный такой квадрат. Нам прям в самый раз. Нет, все-таки где травка? Травку любишь, да? Рядом с ней поселился. А ты что, нет? Да вот и я люблю, да. Осуждаю.
Бля, это такое нам по щам дадут нахуй. Так. Мне нужен топор. Я до сих пор не нашел камня, ты представляешь? Я столько бегаю. Моя твоя не понимать, моя руду копать. Рука. Если тяжку не въебал, без подписки ты остался, понял? Не в рифму. А мне похуй, это факты, брат. Матч. Получай-ка ты пермач. Получается, осуждаю, кстати. Получается, ты уже набил себе 45 подписчиков, ну, грубо говоря. Там одного не хватает. Почему грубо? Тут надо нежно. Понял. Ну, 44 подписчика у тебя. То есть уже 45, считай, то, что ты поднял неплохо. Посек. Поэтому жить, балдеет. Поздравляю, поздравляю. Вот это Артём. Спустя месяц после переезда от родителей. Подожди, я не вижу, я бегу. Сфоткай, типа, крутой. Сейчас, подожди, подожди, сфоткаешь. Подожди. Я бегу, брат. Собака, развернись. Во. Это Артём. А чё там я? Я бегу. Не пищи! Не пищи, блять! Что это? Таймер! Какой таймер? 15 минут, брат! Серьезно? Я там охуе. Ой, я кирку спиздил. Я говорил на 20-ку. Похуй. Ты как торопишься? Нет, видишь, я с Артёмом стою. Вот это Артём. Когда съехал от родителей. Так, надо заскринить это. Сделать как мемес? Ту-ту-ту-ту-ту. Блять. Знаешь, типа этот мем, да? Я забыл, как скрин делается. Ой, Windows PS. Чего? Windows прескрин, да. Я сделал. Ну мы с Абигейлом хуярим к тебе, бля. Опа. Windows PS, блин. Да, все. Ну короче, там потом заскриню. Стоп, подожди, бери факел. А факел есть? Подожди, бери факел. Не, сейчас он у меня кончится, и я уберу. Я хочу посмотреть, мы под Абигейлом светимся или нет? Да. Кошер. Только да. Вдвоем тяжело. Песня пиздает. Да. Места нету. Валун. Опа, камень. О-о-о, свети меня, свети. Солнце светит, не игри Пашу. На, нахуй. На, держи, брат. У тебя кирка есть? На, брат. Работай. Солнце светит, не игри Пашу. Вот я на работе. Зашел постримить. Постоянно снять видосик, а сиши работать. Давай, работай. Нет, подожди, подожди, я придумал. Это... Бля, сейчас, подожди. Надо придумать имя. Это Антон. Он хотел стать киберспортсменом, а после того, как загорел, пошел работать. Блин. На нахуй. А чё меня багает? Озвучка пиздец. На нахуй, на нахуй. Подожди, у меня забагалась анимация. А, вора. Хуя ты ебашишь. Ебашишь. А, все, я присел. О, ебать. Также на кнопочку C можно открыть инвентарь, так что кто не знал, теперь не знает, а кто знал, тоже знает. Не хватит там прыгаешь. Чё у тебя по хавке, брат? По хавке? Всё плохо. На, похавай. Блядь. На, кушай. Семечки? Ну да. Спасибо. На, ещё одну, на двенашку. Я так понимаю. На двенашку ещё. Лапу и лягушки. Приятного аппетита. Ну а, еще на. Рассудка. Ну ладно, и можно пожертвовать там. Я тебя дал еще на девяточку. Ты у меня мое золото воруешь, эй. Теневую работы. Опа, спиздил. Опа. Я могу еще одну кирку сделать и работать вместе с тобой, бля. Ту-ту-ту. Гастарбайтеры, блядь. Опа. Работать. Не работа, не твоя работа. ХХРУ. Работа на ХХРУ. Дон Старший. ХХРУ. АРУ. Блядь. О. Блин, капец, глаза пустые, конечно. У меня вообще зрачков нет. Херабрин в этот... Дон Старший. Оба ебать.
Мини-ледник. Ты знал то, что под солнцем есть два мини-ледника? Ну, из тебя шутник, ну такой, бля. На. Как из себя балерина. Я балетом 3 года занимался, не пизди. Оу, щит. Факты о Мунсе, бля. Факты о Мунсе. Так, о, золото. На нахуй. Ну, блядь. Чпок. А, я понял. Сюда. Я же дерево не рубил. Идем работать дальше. Не работать, это моя работа. Что там с домом? Дон Старо. Как можно прожить дольше? Хуярить лес. Научить. Прекрати хуярить лес. Что будет с тобой, если ты съедешь от родителей? Плохо себя вести. Хотя нет, подожди. А, или да. Типа, если ты будешь плохо себя вести, родители отдадут тебя... Мунсену. Какого? Родители оставят тебя в лесу, короче. Где ты встретишь Саня, который хуярит лес? Рубить деревья, ломать родники золотом и пытаться выжить. А еще призывать... При этом у тебя будут не такие условия, как у меня. У меня-то есть собака. А у тебя будет биполярка. Охуенно пошутил. Все, так пошли дом шутка. Строить. Это факт. Идем дома строить. Кстати, заметный факт для тех, кто хочет играть в Don't Starve. Можно менять ракурс с камеры на QE. А также бегать в ASD и мышечкой. Так отводить попу. Ой, бля, ебать, у меня голова закружилась. А еще, когда вам когда вы собираетесь что-то взять или порубить, вот Мунсон, да, получается. Как Мунсон. Ты рубишь дерево или добываешь камень? Пробел зажимаю. А, ну ладно, ты умный. Но можно, и мышкой. И мышкой. Зажимать мышкой, да. Просто взял, зажал и все. Либо вы можете быть сверхгениями. Ну да, либо вы можете быть сверхгениями и просто кликать. Вообще пиздец. Это гениально. Я могу разозлить сверхгения, нихуя. Опять забавался. Так. Пошли башню строить. Я на базе башни строю. Ебать тут золото, если чего, прямо в нашем уголку. Раз, два, три, четыре, пять, куч. Чуч. Куч, чуч, чуч. Я слышал. Затяжку. Я слышал это. Я помню пенис большой. Я помню пенис большой. Я знаю, пенис большой. Самое главное для новичков. Когда вы рубите деревья... Вспомните фразу в курсе, да. Собирайте саженцы и садите их. Обязательно садите. Сажайте. Потому что... Ну, сажайте, да. Не забывайте сажать саженцы. Потому что если вы не будете этого делать, к вам придет курсит. Огромный, страшный курсит. Со словами «Прекрати хуярить лес!» Да. Но на самом деле к вам придет энд. Это как босс, либо мини-босс. Я точно не понимаю до сих пор на самом деле. Но у него 3 хп, это уже много значит. И ММР. В принципе, с ним просто драться, на самом деле. Типа, проще намного, чем с энтом березы. Вот. Можете вот не сажать саженцы ели, да, но вот саженцы каштановой березы только попробуйте не посадить. Вас потом натянут. Причем нормально так натянут. Босс довольно тяжелый. Ну, как мне показалось. Так, а там в прошлый раз меня захуярил. А еще я умираю от голоду. Да, это который был в прошлый раз и дал тебе неплохих таких чапалахов. Ну и мне тоже, кстати, накинул. А потом сказал, я помню, вот пенис большой. Да, кстати, реально. Хоть он и стоит на месте, но у него есть мелкие, гадкие приспешники, которые бегают и ПКД просто появляются. Вот это я кормлю Мунсю. А это я жгу негров.
Осуждаю. Я не негр, я загорел. Я помню. Я летом к бабушке на дачу ездил пахать. Вот я и загорел. Добавил огоньку нахуй. Бать, ты видел? Во. Добавил огоньку. Можно он еще веток пожечь. Кстати, у Честера есть несколько изменений. И функций, так сказать, типа. Он меняет свое обличие. Блять, горю! На то, какое вы захотите. Но это уже может быть, про это позже. Ярик, все плохо, у нас еды нихуя. Если вы захотите, смогу вам рассказать. Хотя на Ютубе, в принципе, очень много гайдов по Донстару, и я сомневаюсь, что кто-то захочет это смотреть. А я, блин, я тоже, кстати, об этом я нашел. О, синий гриб. А я думал гриб. Этот гриб очень хорош. Сейчас вы увидите почему. Смотрите на его стат. 10 рассудка. Ну да, минус 3 жизни, но ладно, 10 рассудка. Бля, я точно вставлю эту хуйню. Играйте на персонажах. Блять, такой угар. Когда вы играете на персонажах, у которого мало рассудка, этот синий гриб будет единственным вашим спасением. Вы его зажарите на костре, а потом... А, кушать хочешь? Я, да, голодный. Давай я тебя покормлю. Так, а еще не совершите... чеканные монеты. Не... А еще не совершайте плохого поступка, не покупайте второй костер. Обычно новички так и делают. Думаю, что от этого будет больше толку. Какой второй костер? Ну, они кострище обычно еще не покупают. Ну, делают и ставят его рядом. А, да? Да. Зачем? А, кстати, еще небольшой гайд. Можно менять приближение колесика мыши. Довольно удобно. Что эта шапка делает? А, она не дает рассудку падать у меня. Я понял. Ой-ой-ой-ой-ой, что за... Смотрите, что за амиго? Теперь игра выглядит как 2D игра. Без пакета, конечно. В туфлях, как на парад идёт. Ебать. Вот это... Вот это охуеть. Ты знал? Если колесико мыши очень быстро крутить на себя, ты зайдёшь в небо. Ломай. Почему? Не повторяйте ошибку, Мунси. Что Мунси? Что просто... Дайте деревьям сначала полностью... вырасти. Вот когда вы будете вот так вот ломать, ну вот можно сказать рубить, да? Придется они начнут ебать дерево, мозг. Которое только выросло, из него падает одно бревно. Но когда дерево вырастает полностью, с него вы можете получить 3 бревна. Фидбэк. И плюс, когда вы выкопаете вот этот вот обрубок или как его, ну не знаю как правильно сказать. С него еще плюс одно бревно. Итого мы получаем за полное выращенное дерево 4 бревна. А вот за это одно маленькое 2. Выводы делайте сами. Ебать, она хуярила этому попуску, блядь. Енокоту. Енотокот. Давай мы нахуярим. На нахуй. Бот, блядь. Вдвоем загасили бедную. Как шакалы поступили. Похуй. У нас, кстати, заметил, нам повезло, у нас ночи чем быстро проходят. А, это всегда так в начале дня. В начале выживания. Оп! Опа! Топор сломался. Рогатка фигня. Чё? У вороны 25 хп. Стреляю. 8 остается. 12 хп норм. Ой, 12 больше. Это обидно. Да я ладно? Думал, хотя бы шотать будет. Ага. В чем прикол такой рогатки? Может, ее улучшать можно будет? Ну, там можно улучшить, считай, взять и сделать золотые шарики. Но я что-то не хочу их делать, потому что по одному золоту на один шарик нафиг оно надо. Хотя, можно сейчас проверить. Я может, сделаю... там дома будет большой. А, не, по 10. У меня 13 золота есть. Халява. Халява пришла, вот она. Я думал по одному шарику за один камушек. Фидбэк. Тёмик, сажай. Ты
Ты чё не посадил? Сажай. Сажай. Бежим, он брат. Исчезнет. Чем больше ты саженцев посадишь, тем лучше. Я несу на базу, сажать, чтобы они будут исчезать. Толку было больше. Посадить. Посадить. Сажай, сажай. Посадить. Вот про это посадить. Я вам и говорил. Блять. Посадить. Вот это есть энд. Он съебался? Вот лучше не общаться. Вот вы видите, что он делает. Он нет, съебал? Еще. Да в смысле, я все уже посадил. Серьезно? Да. Руби, сажай еще. Подожди, похавать надо приготовить. Надо выкапывать это все. А, что? Я чувствую, нам придется менять местоположение, место жительства. Пошли мы нахуярим. Под конец видоса, под конец серии мы идем ему пиздить. Мы же можем? Я вот... сомневаюсь. Охуеть! Потому что-то сделать. Вот это хуйсос. А, я понял, как с ним драться. Как? Ну, только вот эти мелкие составляют большую трудность. А, они 50 хп сносят, мы можем им нахуярить. Войби, иди сюда. На, нахуй. А эхшоты? Ты эхшоты? Смотри, в чем прикол. Видишь вот этот? Он отправляет ее по одной линии. Получается, он отправил, ты можешь отойти в сторону. Ему вот так вот. Вдвоем хуярим тупого долбоеба. Блять, похуй. Бля! Я помню. Да, ладно, я понял, все. А у него, мне кажется, у него вообще хп нету, понял? Его рубить надо, понял? Сейчас я этой пизде нахуярю. Капец. Да давай я пизданем. Все нахуй, он шел. А, ебать! О, вот в чем сужай, прикол. Сужай. Шо ты лох? Вот Джон, не хочешь. Давай, а, просто их пизди. А, все, они двое исчезли, кстати. Они исчезли, а он нет. Ну он лох, ебаный. Давай его нахуярю, короче. Спасибо. На нахуй! Туда его, блядь! Куда мы лезем? Куда? Ладно, дорогие зрители канала Муся. Он не такой уж и тяжелый. Ну, зато мы его хотя бы убили. Но он тяжелее обычного энта, на самом деле. Ну, это понятное дело, ты забыл дерево, кстати. Сейчас добежим до базы и подведем итоги данного видеоролика, а то он уже слишком сильно затянулся в 22 минуты. Итак, у кострища посидим, у меня есть живое бревно, тебе надо? А у меня 13 жизней, здравствуйте. 9 не хочешь? Я так, так от него нормально. Дай-ка я сразу посажу. Так, я отсюда. Чувствую, в следующем ролике мы будем искать... нормальную хату. Делать нормальную хату. Итак, 20... подводим итоги 22-минутного нашего летсплея по Донстарфу. Пока ты будешь подводить итоги, я сейчас попробую сразу же взять и сделать более улучшенную машину научную. Угу, я пока топливо подкину. Итак, дорогие друзья, подходит 25-я минута видеоролика. Скорее всего, она будет меньше, потому что будем вырезать, ставить какие-то моменты. Вот. Это наш первый летсплей вместе с Ксозиксом. Надеюсь, он вам понравился. Мы сидели и пилили этот видос уже целых полчаса, время 3:30 утра. Надеюсь, вы узнали что-то нового. Я в курсе. Надеюсь, что вы узнали. Не повторяйте мою ошибку, которую я только что сделал по своей глупости. Я сломал научную машину, да? Ага. Но я забыл нажать на крафт алхимический. Более лучше. Genius. Да. Ну вот. В общем, на этом мы зафармили неплохо, кстати, ресурсов, как видите, вот камни там, все вот это вот. На этом, думаю, мы будем с Ксозиксом заканчивать. Чё, Ксозикс, скажешь пару слов на прощание там? Подписывайтесь на канал, там все дела. Я надеюсь, что... Вот последние пару слов, которые я хочу сказать... Я умер. Не повтори... Спасибо за просмотр, всем удачи и пока.